Оставшись один на один с проблемами, все мы нуждаемся в поддержке. Особенно сложно приходится женщинам с детьми и беременным, ведь думать приходится не только о себе. Теперь в Бийске появилось место, где им окажут комплексную психологическую, юридическую, социальную и духовную помощь. Оно станет пристанищем для матерей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Приют разместился в Заречной части города. Он организован на средства гранта международного конкурса «Православная инициатива» за проект «Мы вместе». Активное участие при этом принимала Бийская епархия. Церковь помогает и продуктами, и финансами, и добрым словом поддержки тем, кто оказывается в такой вот ситуации, когда нет жилья, когда некуда пойти. Вот. Естественно, церковь не остается в стороне и помогает и адресно, и вот так вот сказать, масштабно. Бийский дом матери создан по образцу Московского кризисного центра. Одновременно здесь смогут разместиться до 15 человек. На сумму почти в 1 000 000 рублей сделан ремонт помещения, закуплена мебель, а также необходимые для проживания вещи. Здесь есть 3 спальных комнаты, кухня, душевая, прачечная, кабинет специалистов. Кроме того, в приюте будет организована работа различных кружков. Дети смогут заняться хореографией, вокалом и даже актерским мастерством. Огромную помощь в работе оказывают волонтеры. Наша работа, общественная организация, это работа очень многих людей. И каждый жертвует кто что может. Кто-то свой талант рукоделия, кто-то свой талант строителя, у кого-то замечательный организаторский талант, у кого-то есть финансовая возможность поддержать наши проекты, наши инициативы, помочь нашим мамам. Кто-то помогает посидеть с детьми, когда маме нужно срочно пойти сделать документы, например. За помощью в Центр защиты материнства и детства смогут обратиться женщины, которые лишились жилья, поддержки родственников. Кроме того, его двери будут открыты для тех, кто не может прийти в себя после развода или раздумывает о том, делать аборт или нет. Самый главный критерий по отбору женщин – это ее желание исправить свою жизненную ситуацию. То есть первоначально мы спрашиваем, а что будет дальше? Вот мы сейчас тебя возьмем, мы тебе поможем. А как ты видишь дальше свою судьбу? И если женщина как-то форматирует модель своей дальнейшей жизни, если она готова двигаться к этой цели, то мы ей помогаем. Если женщина – это просто потребитель, как бы благ, и не хочет ничего менять в своей жизни, с такими женщинами мы договор не заключать не будем и работать, то есть тоже не будем. Уже сейчас в дом матери обратились 4 женщины. И у каждой за плечами своя непростая история. В скором времени они приедут сюда, чтобы начать жизнь по-новому. Алена Кисеева, Иван Зяблицкий, «Будни».